Значит, Дидус, большое спасибо за внестримовый донат. По безочередной цене смотрим новый видеоролик Маклауда, который больше не Маклауд, а мастер восьмых. Давайте посмотрим. Короче, решил вспомнить я YouTube. Ну, в чем смысл, как бы, я не знаю, Моисей, вот Моисей зашел на его канал, нахуя, спрашивается. Да смотрю тут, короче, в подписчиках, у вас новый подписчик Моисей Великанов, да-да, внезапно. Вот захожу, смотрю, видос тут с упоминанием меня. Ну, дай, думаю, тыкну, посмотрю, что это он тут решил меня вспомнить. Дед говорит, хуйня полная. Ну, ладно, хотя бы все равно посмотрим. Пересмотрел несколько раз это видео, блин, пипец, просто оттас вообще. Ну, ничего не понятно, но очень интересно. Короче, блин, пиздец, несколько раз пересмотрел. Ну, просто ахтунг. Так ты же обещал больше не делать реакции на меня. Как так-то, блядь? Ладно, давайте пересмотрим еще. Пробуем в третий раз. Блядь, полностью смотреть я все не буду, нахер. Я вообще не понимаю, почему он решил вспомнить меня, но да ладно. Сайт, блядь, если ебаный интернет, нахуй. Бля, как меня заебал интернет. Я надеюсь, что сейчас я приеду и все, ок, будет. Пойдет? Я приеду в офис, блядь, не знаю, к сотовому оператору и просто, блядь, всех выебу там. Я предупреждаю. Вот. В отличие от инцелов, короче, которым является Маклауд, наконец-то есть теперь определение вообще, как можно коротко описать, что он... Ничего не понимаю, вообще ничего не понятно, с чего он вообще это решил? Как он до этого додумался? Ну, ебать, из твоих видосов, из твоих рассуждений про то, что ебать, не могу найти бабищу, вся хуйня. Понимаю. Из твоих обвинений женщин в том, что, блядь, они, типа, такие плохие, с неграми спят или еще с кем-то, лишь бы не с тобой. Я, блядь, не понимаю. Короче, нет смысла смотреть тут полное видео, потому что здесь не все видео про меня, и вообще ничего не понятно, но, блядь, пиздец, очень интересно. Но если кто хочет посмотреть все это видео целиком, то может зайти на это. Джефф, спасибо! На помощь! Тогда видос на запись. Написано от сотки. https://yauto.by/3wbife. Че там? О, окей, отлично, отлично. Позырим. Спасибо за донат. Это непонятный канал, короче, насладиться этим дерьмом. Я не знаю, когда смотреть здесь особо нечего, давайте таким будем конец, я не знаю, просто. Чего-то там, блядь, типа. О, пиздец. Но прикол в том, что не знаю уж, как этот господин, но Макляка стопудово, типа, он же еще, типа. Не будет, блядь, а бы с кем заниматься половой ёблей. То есть он... Ну... А бы с кем это с кем? С кем не с кем? А бы с кем это с кем? Ничего не понятно, как бы. Что значит с кем? А бы с кем это с кем? Я не понимаю. Блядь, сука, и котка началась, или что за хуйня? А, ну как бы... Это, блядь, с женщиной, соответствующей примерно твоему социальному положению и, блядь, внешним данным. То есть ты требуешь больше, чем заслуживаешь. Ух, ну да, со шлюхами точно нет. Не очень. Ну, как бы, ну, любовь, там все дела. Да. И, типа тебя вообще не интересует. Ну, если любовь, так, блядь, полюби тогда женщину какую-нибудь уродливую, типа, не знаю, с такую же неухоженную, как ты, такую же безработную, такую же нудную, ноющий, ну, полюби, блядь, ее и люби, типа, почему она должна тебя любить, а ты ее, типа, нет. Полюби на здоровье, типа, и ебитесь радостно. Да. Так что, поебаться, конечно, можно штуку снять, да. Можно, но нужно ли, непонятно. Так, да, вообще нужно ли? На прохождение Хлебогорска. Блять, ссылочку бы, потому что я хуй знает, как, чё, где качать. В паблике, по-моему, можно, да? Хлебогорск. Ладно, пройдем. Спасибо. Снимать, да? Да не, лучше перекрыто. Не, полюби же надо, ну как бы все дела. Чтоб любовь была какая-то, ну. Все дела. Будучи чуваком, не соответствующим, блять. Чему? Ну, короче, никакой конкуренции, я не знаю, блядь, не знаю. Какой такой конкуренции, не понимаю, блядь, что за конкуренция, блядь? Будучи, блядь, стрёмно-ебличным чуваком, который не выдерживает никакой конкуренции, блядь, да ни с кем, нахуй, типа, ни, блядь, с Моисеем Великановым, ни с Юрием Петровичем, ну, блядь, вообще ни с кем, просто хуй знает.
типа чел с, ну, по собственной причем вине из-за неухоженности внешних данных, ну там, ноль, не знаю, не ноль, ну, блядь, хотя какие-то, блядь, ну сколько-нибудь там, меньше 5 из 10. То есть, будучи неконкурентоспособным, требуешь, блядь, себе самых лучших. Мысль была такая, но да, она размазанная здесь. Ух, пиздец. Какая еще нахуй конкуренция? С чем, блядь? Кого с кем, блядь? Ну, с другими чуваками. С неграми, которых ебут, блядь, женщины, которых, блядь, насчет которых ты возмущался. С еще какими-нибудь чуваками. То есть ты просто, ну, не выдерживаешь конкуренции никак. Даже, блядь, не знаю, ну, блядь, с какими-то средними там или слегка позорными чуваками. Ну, то есть, блядь, хуй знает, типа. Мне кажется, вот выбирать, допустим, между Маклауд и, допустим, там, чел со странностями какой-нибудь, если бы женщина выбирала, там, абьюзер даже какой-нибудь, блядь, взяла бы абьюзера лучше себе, чем Маклауд. Кого с кем, непонятно. Вообще непонятно ничего, да? Кто не, с кем конкурирует, блядь, кого конкурирует? Я как бы приобрел эту шляпу в ходе своего развития, так сказать. Кто с кем, блядь, непонятно, вообще пиздец. Не знаю, ну как бы, не знаю, пиздец. Чем он говорит? А, в смысле, все за деньги, да? Или что, я не понимаю. С чем конкурировать ты должен? Кто с кем, блядь, и в чем? Непонятно. Ну, если вырывать из контекста, ясен хуй, что, блядь, хуй поймешь. Вернее, блядь, по-моему, даже и так все понятно. Ну, типа, это лучше могут зрители сказать, насколько понятно, что я пытался сказать там. Ну, я помню, что я пытался сказать. Ну, не знаю, блин. Да что, что, в чем конкурировать, блядь, нихуя не понятно. Тут самый смешной мем в том, что Маклауд вообще, в принципе, смотрит мой ролик, хотя он клялся этого не делать. Блядь, что-то мне скрипнуло. Ну, очень интересно, пиздец, как, блядь. Опять интересно, но мог бы повеселее что-нибудь рассказать. Вообще очень скучно получилось, да? Я думал, меня повеселит, а тут спрашивают какие-то штаны, погодите-ка. Да, штаны какие-то спрашивают, ну ладно, давайте дальше. ...оставляющим никому, он при этом, типа, еще хочет, чтобы, блядь, не абы кто с ним рядом находился. Не абы кто, это кто? Кто находился со мной рядом? Не понимаю вообще, о чем. Блядь, женщина с внешними, блядь, прочими данными, которой ты никак не соответствуешь. Типа, блядь, женщина по критериям вот этой шкалы говна семерка или выше. То есть, блядь, симпатичная, хуй знает, там, не ёбнутая какая-нибудь, бла-бла-бла и все такое. Ты, будучи, блядь, тройкой, причем не только внешняя, это в лучшем случае тройкой, не только внешняя, но и, блядь, по всей своей сути, а то и нулем, блядь, по шкале там вот этой хуйни инцеловской, от 0 до 10, то есть... Ты, типа, максимально соответствуешь определению инцела именно потому, что ты обвиняешь женщин в том, что, блядь, они тебе не дают, хотя в этом виноват ты, и ты, типа, не согласен на компромиссные какие-то варианты, типа, блядь, женщин твоего социального статуса, и просто, ну, блядь, которые тебе могли бы дать. Ну, потому что ты, типа, дохуя требовательный. При том, что ты, ну... не выдерживаешь конкуренции с, блядь, чуваками, которых могут прекрасно выбрать те же самые женщины, которых ты хочешь. Речь? Типа в этом весь пиздейшн. То есть... Кто кого, чего? Не знаю, мысль интересная, короче. Да, мысль вообще интересная, да, но непонятная вообще какая-то, да, мысль какая-то глубокомысленная, видимо, очень сильно глубокомысленная мысль, нихуя непонятная, но очень интересно. Пиздец, если кто-то что-то понял, что за кто, абы кто, кто это, абы кто, какая нахуй конкуренция, о чем вообще речь? Не понимаю, о деньгах, что ли? О чем, чего? Ну, деньги это не только, то есть на самом деле... Типа, заработки Маклауда, они тоже, блядь, дают свою хуйню. Блядь, я не умею иногда нормально формулировать мысли. Есть такой пиздец. В меня иногда вселяется Сергей Сокол. Прикол в том, что, блядь, только Сергей Сокол не умеет формулировать мысли в видосах, которые он не на стриме записал без монтажа, то есть, ну, в режиме реального времени, а в которые он, типа, запланировал сценарий, всю хуйню, и все равно тупит и путается. Так вот,
доходы Маклауда, это, мне кажется, это типа не причина, но это следствие и показатель его пиздеца, я бы так сказал. То есть, блядь, дело не в том, что... Ну, мне кажется, будь Маклауд даже обеспеченным, ну, блядь, вот таким же, типа, ну, сколько, 100 тысяч, допустим, получал бы в месяц, ну, хуй знает, типа... Я, конечно, в женщинах мало чего понимаю, но мне кажется, только очень нехотя как-то можно было бы, блядь, на него посмотреть, то есть, хз. Но, с другой стороны, блядь, сама мысль смешная. Маклауд получал бы 100 тысяч. То есть, это взаимоисключающие понятия. Типа, получал бы он 100 тысяч, он бы не был Маклаудом. То есть, он не может, будучи самим собой, как бы, будучи вот, ну, тем, вот, на кого мы смотрим, с теми суждениями, с той хуйней в голове, с теми занятиями, с тем отношением к людям. Он... Это невозможно, чтобы он получал хоть сколько-нибудь приличную сумму. И поэтому его доходы являются следствием того пиздеца, которым он является. И он считает, что проблема в доходе. Типа, что женщины не дают там ему, не знаю, из-за того, что у него мало бабла. Ну, это большая глупость, как бы... Тебе не дают, потому что ты ёбнутый, и денег у тебя мало тоже по этой же причине. И, типа, как-то так. Кого? Ах, блядь, ща. Блядь, ща, может, так понятнее станет. Не знаю, блин, как этот господин, но Макляка стопудово, типа, он же еще, типа, не будет, блядь, а бы с кем заниматься половой ёбли. То есть он, будучи чего... Да, блядь, он заебал. Таком несоответствующим. Возьми и посмотри целиком ролик, ёпта. А с кем? С кем? С кем? Блядь. Кто кого? Ну, короче, никакой конкуренции, блядь, не заставляющим никому. Он при этом... Честно, пиздец, честно, блядь, все равно ничего не понятно. Типа еще хочешь, чтобы... Блять, ну долбоёб, пересмотри этот кусок, вырванный из контекста, еще 100 раз, и ты все так же нихуя не поймешь. Бивис, блять, посмотри целиком ролик. Типа, давай я тоже, блять, посмотрю, блять, только вот эти 30 секунд из твоего ролика. С кем, чё с кем, чё с кем, что с кем, чё с кем, чё ты спрашиваешь, с кем? Чё с кем, чё с кем, блять. Ну ебанат, блять, пиздец, заебал. Интересная, блин, интересная мыслишка, да. Но ничего не понятно. Дальше давай. Пожалуйста, дальше. Ничего не понятно. Что-то я не цел. Чё, почему, кого? Какая-то конкуренция с кем-то... Что с кем? Кого, никого непонятно, кого? Кого, что с кем? Чего, блядь, пиздец, бля, как это? Ух, сложно. Интересно, сложно. Мысль, да, блядь, глубокая. Ладно, как-то так, хуям все. Блядь, зато нахуй вот это поебень на 5.40, типа, где он с кем? Вот это, блядь, такая мысль, нахуй. То есть просто... Ну, окей, по сути, он подметил, что я в какой-то момент своего видоса хуёво формулировал мысль. То есть вся мысль, которая заключается в 5 минутах 40 секундах вот этой хуйни, это что Моисей, который хуячит там по 10 роликов каждый день, в одном из каких-то роликов, в одном моменте хуёво сформулировал мысль. Уолтер Сандерсон, спасибо, мое почтение. Спасибо. Спасибо большое. С любовью от подписчика. Подписчик, подписосик, спасибо большое. За донат, ну, собственно, надеюсь продолжать тебя радовать, чтобы ты не жалел об этих... Об этом косаре. Спасибо большое. Ну, типа, блядь, в
Блять, а вот это охуительно интересное, блять, поебень. Ну ладно, все, в пизду.